Вообще жесть. Так, момент. Вот так вот. Посимпатичнее отформатирую надпись «Попытка номер 10». Ты видел, Грант? Ты видел? Вот это оружие коварное. Пусть они там не говорят, что... Типа лазером... Или погоди, или они говорили, что лазером проще, чем... Не, говорили вроде лазером проще, чем ФК. Я теперь начинаю понимать, почему. Вокруг человечка лазер стрелял. Офигеть! Ладно, пофигу. Ну, обидно. Это реально обидно. Вот из-за такой рандомной хрени человечек, которого там вообще не должно быть, выбежал опять. Очень не круто. Ладно, что, дерьмо случается. Ты, Грант, на всякий случай не играй с Эвкой, вообще даже не думай. Придумай вообще во что играть без смертей. Какую-нибудь хорошую игру только выбери, а не какой-нибудь шлак. Так, опа. Призы бьются об стенку, типа, этого экрана и отлетают, типа, как в пинболе. Нифига себе, интересно. Иногда здесь вот эти прыгают, да, иногда нету. О-лё-лё-лё-лё. Ну вот. Спасибо за перемотки авторам эмуляторов. Да здравствуй, перемотки. Я просто ненавижу. По жизни время тратить зря. Они тут помогают вот этот момент как бы избежать его. Это просто офигенно. Реально бы просто пожал руку людям, которые это придумали. Перематывать игры назад или вперед. Это гениально. Это шикарная фича. Согласен, согласен. Ну что, жду твоего этого. Оглашение твоего выбора. Опа. Видали? Одна ошибочка. Как говорил Джейсон Стейтем, одна ошибка и ты ошибся. Блин. Ой, блин. Let's go, everybody. Мы начинаем репортаж. Прямое включение с водопада. Нас приветствуют камни, красные мужики, стреляющие снайперы, водолазы, блин. Ездящие огоньки. Что тут еще за приколы? А, и снова рандомные красные мужики. Они бегают, они стреляют, они портят вам жизнь. Поприветствуем. Красные мужики. Иногда вы можете не попасть в них, когда они вплотную. Бонус, типа, знаете, озвучивается такой. Благодарите за это разработчиков оружия F. Что там? Soul Brain? Только я объявил, во что я буду играть. Шитовозе, Грант тут как тут, берет то же самое. Блин, я не могу. Раз в пятый уже, наверное, такое происходит. Ты еще скажи, не специально, Грант. Не, ну Soul Brain клевая игра, базару ноль. Без смертей такое можно пройти. Я один раз прошел с одной смертью ее, кстати. На прошлом стриме, когда мы ее именно проходили, год назад. Одна смерть была, это чисто случайно, потому что рандом не срандомил, короче. При этом я играл в усложненную версию, где есть контент и из американки, и из японки вырезанные. То есть там на один уровень больше, на один босс больше, на одного босса. Ну, ты видел, Грант, наверное, я не в курсе. Так. До свиданницы. Юкузо! Soul Brain это замечательно. Shatterhand, Soul Brain. Но если бы я играл без смерти, я бы не играл тот хак, где на один уровень больше.
Играл бы оригинальную версию, наверное. Может быть, японку с переводом на английский. Есть же такая вроде, даже несколько. Так. Понял тебя, Гран, хорошо, извини. Я не слышал. И еще я не ношу, типа там, не это самое. Просто у нас очень много удивительных совпадений в прошлом было. В твоей и моей программах. Прям очень много. Эк. Хотя если учесть, что на Денди мало хороших игр объективно, и там из 1000 хорошо, если 100 хороших, то в принципе нормально. Но ретро эти самые. Ретро задроты все равно будут утверждать, что классика круто и так далее. Уже не докажешь. У мусора больше, чем не мусора. Игры не заставишь играть во всякие японские эксклюзивы, которых они в глаза не видели. Или в европейские всякие игры, типа вот от, как, от Евроком, что ли, блин? Или еще от кого-то. Так. Готов. О, круглая биба вылезла. И наш любимый босс. О, идеально. Нифига. Уровень мансов просто божественный. Один удар левый вроде бы. Да. Иногда прыжки спасают, иногда прыжки дико подставляют в этой игре. Как говорится, дорога ложка к обеду. Кто готов? Так. Мозг человека на 80% состоит из жидкости. Ну, я именно совпадение вижу, потому что они совпадают и по времени, и по играм. Конечно, я не говорю, что у тебя 100% репертуара моего, это же бред. Нет, Даркмен это вот Даркмена, вот такое говно, это, пожалуйста, мне не надо. Даркмен был всегда шитовой игрой, считался просто мусором. Просто, ну, как Робокоп 2, собственно. Не, Гран, давай, без обид, без всяких. Я просто говорю, что совпадений было много. И все. И не только с твоей стороны, но и с моей были повторения твоего репертуара. Вспомни Dragon Fighter, да? Я бы вообще без претензий, ты там не подумай чего. Мне тут еще не хватало отношений выяснять из-за сраных игр вообще. Мне наплевать на эти игры. Так. Так. Удачно. Не заспаунился пушкер, но заспаунился мужичок, да? Даркман, блин. Хорошо, да, знаешь, что, Гран, что ты не играл в этого, в Holy Diver. Вот это прям шикарно. Вот не играй в Holy Diver. Это, по сравнению с Holy Diver, твой Adventure Island, это прогулка в парке, я тебе говорю. Но ты можешь не послушать и сыграть. И сразу ты начнешь осознавать, что что-то не то, да, с этой игрой. Гарантирую. На первом уровне у тебя будут смутные подозрения, на втором ты начнешь прозревать, на третьем просто это отвал башки, а там всего их 6 вроде уровней. Запускал Holy Diver, ну не на стриме же. На стриме надо запускать, ну важно, как это, первая, как это, реакция, да? Вне стрима это неинтересно, когда люди запускают. Это как тренить бессмертие вне стрима, но это несерьезно, мне кажется. Именно серьезно тренить, там, типа, не на 10 минут запустить день, а, типа, часами сидеть там, а потом, о, с первого трая прошло, ну, это несерьезно. Интрига пропадает. Кому интересен стрим без интриги? Это как песни белых рэперов, знаешь, раньше не котировались. Не знаю, как сейчас, наверное, сейчас тоже не особо.
Вот как чай без лимона. Хотя можно и без лимона. 20 топовых игр. Возможно, возможно. Я не слежу за ретро-стримерами, мне же это неинтересно. Я вообще никого не смотрю, кроме тебя, Гопа, Сноубоя, да? И он не ретро-стример, у него только бессмертие и рубрика ретро по факту. Погоди, ты запускал на стриме Holy Diver? Ни хрена себе, как я пропустил. Ну ладно, окей, и как тебе игра? Много прошел? В этот раз я тут не упал. Типа, ну это не значит, что я тут не умру, да? Вообще не значит. Да ё-моё, харе бегать-то, мужики, камон. Вот эти пули предательские. Успел. Класс. Охренеть, карик. Ну, видите, я пропустил. Ничего страшного. О, чуть не это самое. Полимеры чуть не просрались. Просрали же, можно говорить. Так, мужички. Не, Holy Diver это пипец, конечно. Это высер осьминога просто, я не знаю. Сначала, да, там нормально, типа, играешь, все ок. После начала, типа, ну извините, как бы. После начала реально извините. А могла бы быть игра, типа, как Кикмастер, в принципе. Если бы полимеры не были просраны. Так, прыгающий робот. Полимеры просирать это в стиле японских разработчиков, это они любят. Хорош, ё-моё. Дядь, ты хорош там. Пора отлетать. Фу. Только посмотрел. Слушай, надо будет глянуть твой этот стрим. Ну, я думаю, игра бы тебе зашла, если бы ты увидел столько, сколько я видел. Когда я говорю зашла, это значит, ты бы блевал палкой. Ну вот мужик, видали, просто понизу побежал. Откуда ты взялся, морда? Вот он решил на меня сверху прыгнуть. Вы прикиньте, это, эти мужики, это просто нечто вот эти вот. Я их обожаю, этих пацанов. Скелеты в плащах, как мы их в детстве называли. Что у них ноги типа белые, на черном фоне кажется, как будто кости. А у них там обводочка типа есть. Минус очко, хотел сказать. Так, ну хватит бегать, мужики, вы меня реально нервируете. Впрочем, это их работа, да? Вот Holy Diver без смертей, вот нормальный челлендж. На самом деле, мы смотрели спидран этого Holy Diver, то есть он фактически был без смертей, но это просто пипец. Игра настолько убого сделана, настолько дешевые моменты. Это просто не описать словами. Там каждая секунда, доля секунды расписана на дешевые моменты. Я офигел просто, когда видел. Я реально в шоке. Четыре пушки надо запомнить. Третья пушка. Четвертая пушка. И уровень пройден.
Да, уровень пройден. Мужики такие, ты чё? Мы за тобой уже бежим, мы рандомные. Не хочу туда, не хочу. Ладно, пошли. Так. Alien Slayer. Сначала прыжок, потом вперед надо нажимать, иначе не сработает. Это чудо игре, блин. Пипец, он близко подлетел, этот. Гусеница. Мокрица, кто она там? Существо. Вещество, антивещества, как говорили в одном из переводов Стартрека. Опа. Чуть не это самое. Полимеры опять не были потеряны. Нельзя терять полимеры. Так, здесь держаться поверху, да? Это же вроде то место. Или оно скоро будет? Я ж не знаю, что делать. О-оу. Сагрил две штучки на себя, это плохо. Нормально, живем, работаем. Давайте без дешевых приколов, хватит уже. Я тебя помню, малый. Гаси, эти даже эвкой не достаются, прикиньте, эти псы. Готов, Иван Петров? Ага. Жопа моя готова. Ну все, готов. Фух. Ну что, 10 траев, дамы и господа. Мог бы быть один тренировочный, но видите, ямка меня дважды забрала.